любовь – это такое всепоглощающее чувство, от которого, как я понимаю, просто судорогой сводит. Евгений Водолазкин. Роман «Житие». Лавр. Над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Что для вас сегодняшняя официальная премьера? Конечно, это праздник, это счастье видеть зрителя, и особенно в такие дни, в такие месяцы, когда большие проблемы у театров всего мира, сложно поверить и вообще представить мне, что в Нью-Йорке, например, до середины 2021 года вообще не будет ни одного театра открыто, и весь Бродвей, все филармонии, Метрополитен-опера закрыты. И, конечно, когда думаешь о том, какая это гадость, пандемия, начинаешь расстраиваться. А когда думаешь, что где-то еще хуже, то понимаешь, что даже такие сложные условия, они на самом деле возможность для преодоления, возможность для роста и труппы, и коллектива. Мы делали эту работу очень-очень-очень радостно, очень искренне. И мы счастливы, что автор принял эту работу. Поэтому, в общем, конечно, если одним словом, счастье, а если несколько слов, то это уже большая работа впереди, потому что мы строим театр, я все время об этом говорю. Дело не в одном хорошем спектакле, не в двух хороших спектаклях. Дело действительно в том, чтобы построить настоящий репертуар, который будет решать задачи, именно связанные с национальным театром. МХАТ – это национальный театр, это национальный бренд. МХАТ – это важнейший кирпич в здании культурного суверенитета российского. Если мы не сохраним эти институции, если мы не сохраним великую традицию, то никакая политика, никакая военная мощь не поможет. Значит, сегодня состоялось торжество русского духа. Я надеюсь.